как река называется это? Это? Вот, я забыл. Не Волга? Как Волга, блин, очень широкая. На Волгу похоже. Да. Толя, фу, вообще. Так а нам куда? А нам туда, налево. Пересчет маршрута. Двигаемся 1 километр. Нам левый поворот, 200 да. метров, затем разворачиваемся. О, осторожненько, да. О. И напротив магазина, чтобы наша машина была видна. И все, вот так. Вот он магазинчик, да? Да? Очень много покупателей. Заодно я покурю здесь. О, медведь! Смотри, какой голый. Магазин у вас есть или надо? Да нет, да ничем до машины. Озеро, да, Палия озеро. Интересно. Да не, Люба, я говорю, мы только въехали, да, въехали только. Там самый дешевый бензин, где мы заправлялись. Здесь 48.
лоб металлу. Дальше за это самое Онега, Толя. Интересная здесь природа. В Сосновом Бору тоже все. Через 350 метров держимся правее. По главной, да? Да, да, да. И 40, и 60 было. Черт его знает. Блин, кому вы? Держимся правее. Заправка там наверху. Через 300 метров поворачиваем налево. Что-то они сворачивают. Ну, они пускай. Тут речка, это парк. Видишь, туда к Онеге туда идти. А вон какой мостик там тоже. Да. Забабахали. Вот здесь нам налево, на этом перекрестке. Поворачиваем налево. Левый ряд занимаем. О, 38. Прямо по правой стороне. А вот это что еще в центре забабахали полосу? А это забабакали. Тут раздели. А, это для тех, кто на прерыве. Для тех, да, да, да. А, я не понял. Дома эти желтенькие во всех поселках. А когда погода хорошая здесь, веселее. Впереди пешеходный переход. Камера это значит. А что он не нарисованный-то? Художника не нашлось, что ли? Квалифицированного. А камеру? Вообще-то да. Тарифище с безлимитным интернетом. Вот это здание было администрации революционной. Солидный домик. Солидный, здесь решали жизнь. Да. Какой-то черт стоит в под... В штанишках смешно. Галифе. О, Вичка парк. Вот это вот этот парк идет прямо к Конежскому озеру через парк. Река Вичка. Да, река Вичка. Есть, не вижу. Есть чуть-чуть.
заборчиком. А что там за заборчиком? Тюрьма. А. Медвежка называется. А, вон домик красивый какой, ни хрена себе. Это интересно, колоритно. Да. Алоня, магазин. Дело в том, что... Ох, столько тарелок. О, домиков. Триколора. За бесценок здесь люди по 500 рублей, наверное, устанавливали мастера. Я навряд ли. Если мы по 5 тысяч берем, то эти, я не знаю... Станет 1500. Красавчик. Так, по главной так и едем, да? Да, 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 да. Он Роснефть еще здесь. 47.20. Да. Оказывается, у них тоже есть заправка. Ну, Андрю говорил, что та самая хорошая вот на горе. А я заправился, полный бак моя резерв. Два мотора еще качаю. Так продавать не думаешь? Ну, я посмотрю. Мама литражечку здесь... взял, башту. Ну, я только купешку трёху хорошую, Е46. Минимум 2 литра, чтобы, как ты говоришь, быстро ездить, да, чтобы зазоры чистились. Так, а это самое, сколько она будет стоить? Какого года? Стоит? А под 200 они сейчас можно найти. Так, а это год лохматый будет за 200. 2000-й. 2000-й, да? Да. А потом уже пошли не то, все. А-а-а. Понял? Е46, трёхи, вот это... До 2000-го, 99-й, самые надежные моторы шли. Что будешь? Встречный и налево. Разворачиваемся, и потом увидишь там двор. И обратно. Лумбуши. Лумбуши. Ох и лумбуши. Ничего. Интересно. Так, ну, поворот, главное, не проехать. Так, вот там, где поворот. Видишь, снижаем скорость. Нам налево. Снижаем скорость, включаем поворот. Точка назначения будет справа. Так, на том повороте налево, чтобы нам развернуться. А, вот сюда. Да, вот здесь. Тех. Это самый. Хотя мы уже пропустим этих, да. Пропускаем этих. Поворот хитрый какой, а? Да. А, нет, там видно дорогу. Проскочим перед тем красненьким. Не. А, перед красным, да. 100%. Сейчас посмотрим. Не, ну конечно. Раз. Лумбуши. Правый поворот включай. И аккуратненько по срезам, чтобы ничего это самое. Стоп, стоп, стоп. Во. Опа. Кто-то уже тут заехал к ним хорошо. Да. Кто-то заехал. Так здесь, да? Да. Здравствуйте. Помаленьку люблю. Меня целовать не надо. Я на дистанции. 1.5 метра. Мы не боимся. Я боюсь. Мы уже забыли про это дело. Погода какая хорошая, да? Под заморозок был утром, все еще позовет. Да, на машине. Ничего себе. Потом въехал в чурку, потом в эту березу. Я уже подумала, все. Так, потому что не должен водитель разгружать товар. 52 года, а он еле живой. Да. Но вы его ругали, его не очень ругали? Нет, я как увидела, какой он. Я говорю, сколько вам лет? Он еле чурки кидает. 52 года. Я говорю, а сколько вам до пенсии? Он говорит, я не доживу, 63. Блин. Я говорю, господи, вас что, под ручки водить будут? Был этим кузнецом. Специально сняли уже за вредность. Оставалось. Это тяжелый труд изначально, так, мне кажется. У нас был литейный цех, а рядом кузнечный. Ой, блин, там все раскаленное молотом. И работал там с нижнего этажа, где я жил. Я думаю, ни хрена себе. А в лесу же это адская работа. Да. Но платили, наверное, хорошо или не очень, как считаете? Копейки. За копье отработали? Копейки. За копейки, да. Слушайте, а вот такой поворот? Андрей говорит, я позвоню. Я говорю, не звони. Он говорит, еле живой. Потом говорит, можно? А не выгоните меня сразу. Я говорю, а что вас выгонять? Он говорит, я говорю, а что случилось? Он говорит, я кислородом подышу. Да, он сидел, потом я говорю, так вы... Так это, откуда он приехал-то? Выйдите хоть из леса, это уже вечер был. А что там, кислорода не было, что ли, там? Я что-то нет, не это понял. Дикая усталость. А-а-а. Дикая усталость. Потому что вводится. Я первый раз такого. Да, я один. Я говорю, почему вы один? Приезжает вдвоем, да. Водитель за рулем, а это... экономят на всем, значит. Да. А как же? Это в глубинке жизни, это мы увидели века.
С экрана телевизора только по телеку. Да, только по телеку говорят, что как хорошо. Сюда можно, да? Да, можно. А там здесь еще нет, или он выходит? Да он же завтра, послезавтра. Я не понял. Это работает, да? Сегодня работает. А, надо это самое. Завтра, послезавтра выходной. Пойду, заходите, руки помою. Да. Спасибо. Люся, ох, какая. Она не трогает. Она всех любит. Люсенция. Заходи, ой, какая красивая. Покажу, вот. Ишь ты, Люська. О, привет. Ох, как красиво у вас. Да ну, гости. И это интересно все равно. А это старый дом. Ничего себе. Можно зайти посмотреть? Да, вы туда и заходите. А, туда и идем? Какая красота у вас. Из Мурманска перевернули все, что могли. Ага. Мы до сих пор еще выгребаемся. Двое энергичных. Двое энергичных? Это ужас. Из Ларца. Я сказала, о боже. Слушайте, а сколько цветов у вас? Да, я люблю цветы. Никогда не думала. Это с возрастом пришло у вас? А? С возрастом пришло? Любовь к цветам пришла? Когда работать перестала. Сумасшедшая работа была. А кем вы работали? Начальником газетно-журнальной типографии. Газеты, журналы, редактора и все прочее. Нечисть. Нечисть. Все грязь. Все грязь видела. Отребалась, потом садилась. А грязь какую вы видели? Я не совсем понял. А, да, да, да. Город Мурманск. Да. У нас же как блокада Питера была. В Мурманске была блокада? А, ну, я первый раз слышу. Там, да, а кто же об этом будет рассказывать? А какой это год? Это 90-е, вот перестройка. 90-е годы, и была как талонами, блокада, да? Перед талонами. Перед талонами. У нас даже крупы не было. У нас магазины за одну ночь. Вот мы пришли, ага. Огромный магазин был завален продуктами. Я утром встаю, побежала за тортиком. Да. Вот, вот не поверите, ничего, даже соли не было. А причина в том, что продукты перестали вывозить, да? Не, так у нас вывезли все, город уже пустой. Забыл все это. Вообще. А вывез-то кто? Я что-то не понял. А мы не знаем кто. Нас же тогда развалили моментально. А-а-а. Мы даже вообще ничего не первый поняли. Первый раз слышу. У нас сразу безработица, невыплата денег, да. И пустые магазины. Это потом нам объяснили недавно, что вагоны стояли, не пропускали на север с продуктами. А кто не пропускал? Так. Не знаю. Вредители. История умалчивает. И вот мы до талона. Как же вы жили? О, мы искали. Мы детям делали из геркулеса, добывали геркулес, добавляли кубики. Наши дети думали, что это куриные котлеты. Люба. Да? Да. Первый раз услышу. Потом по талонам нам решили дать 2 килограмма вермишели на месяц. И сразу подумали, жизнь налаживается. Как? Правильно? Нет, а как мы должны 2,5 килограмма на месяц растянуть? У меня 2 детей на руках. Так еще и мало давали по талонам. Конечно, 2,5 килограмма колбасы, 2,5 килограмма вермишели. Ой, что-то там еще было, капля какая-то. Все, остальное мы все добывали. Ничего себе. Да, мы прошли от богатейший город России. Да, да, да. И ну, мы, бац. А сейчас как в таком случае? Он да, он не поднялся. Так и не... Он до конца не поднялся. Но там уже другая молодежь, которая своим детям дает все. И сказала, пошли они к ее матери. Так а народу они уезжает много, наверное? Много уезжает. Потому что в Петербурге очень много мурманчан. Много. Но они много спокойные, уезжает. Как танки. Да, а мы все такие. Да? Это мы тут в Карелии немножко нервы. А мы же очень спокойные. Мы добрые, спокойные. Да. Нас расширили. На растопку и мешки. Ага, спасибо. Это чай. Да. Ой, спасибо. Так, чай пьем или кушаем? У меня тушенка сделана. Ну что? Очень хорошо. Нет. Как в холодильнике есть. На огороде нету. А вы не садили чеснок, наверное? А мы никогда не садили. А, ну. Тёма скур ставил, скур же его год. У нас, о, все разбабахано еще. Поэтому вообще не делаем. А что это за дом такой? Это баня. А, это баня? С вторым этажом. Какие ступеньки у вас интересные. Да. А такие делают тут, ага. Да?
заставлено все. А можно зайти аккуратно посмотреть? Конечно. Да я пройду, спасибо. Лёва, крышку достали? Да, только я еще там не была после внука. Крышку достали? Крышку достали, потом роняли, а сам так доставала. Ничего себе. Да у них речка своя здесь. А? Речка своя. Да, речка своя, и она кругом дома идет. Видишь, что не подойдешь к ней. К огороду не подойдешь. Круговую, подковой. Здесь под мостом вытекает и течет в обратную сторону туда. Ага. Когда банька и вода своя, да? Да. Она зимой замерзает, эта речка, интересно? Течение? Да, чуть-чуть, по-моему. Ну, так она, то ли это самый хороший домик, да? Ну, если у них получается два дома, да. И баня вторая, можно на втором этаже. Если вот эту купить полностью все, то будет полностью все. А здесь что тогда, вот это? А это курятник. А, курятник? Да, все курятник. А курицы что-то не слышно курить? А нет, просто он сделал. Погибли все? Съели их? Не, не делали. Но были же. Все кончились. Хорошее всегда быстро кончается, да? Маман считает. Цветы. Надо пройти самое. Посмотреть. Дорога только что рядом. Дорога рядом, шумно. У меня ножи есть, Коля. Да я брюки взял, это самое. Сейчас я посмотрю. Вон, посмотри, там фонарик Тёма нам привез. Маленький лежит. Вон там на тумбочке. Черный есть? Если Андрей у меня не украл. Они же, видишь, с настоящим Китаем работают, они с подпольным. А настоящий Китай они хвалят. Да. А подпольный, да. Раньше они только компьютера, там телевизоры какие-то необычные. А теперь все подряд.
Да. Скутеры в этом году эти электрические или какие-то в Мурманске раскупали по 50 тысяч на расхват. Ну я помню, да. Ой. Так что, напекли вы Маладе в дорогу, значит? Нет, они тут все поели. Да. Мне еще-то крышку поднимут. Ой, тут осталось всего 4 штуки. Так, нас двое, по 2 штуки. Видите, математику подтянули. Да. А я как-то беру, они... Бабушка, ты хоть все не съешь? Я говорю, ой, идите вы. Ой, спасибо, Люба. На здоровье. Вот теперь будем этот самый, как его... Осваивать целину, блин. Какая порода интересная? А это? Это в Гирлосе. Мопс с кем-то, наверное. А-а-а. Или пекинес. Ну, выпрашивают что-то. Ну, говорят, со стола нельзя давать ничего. Мы ее избаловали уже. Да. Мы теперь мучаемся. Да, да. Мы все так. Угу. Кто балует, те потом мучаются. Ее хозяйка отдала нам беременную. Еще а беременна. Она беспроблемная, она вообще не царапает, она только лежит и все. Она даже вот лает только на ворота, когда мимо кто-то идет, на. Бей. Так а сколько их годков? Да уже десяток-то есть, наверное, 11 даже. Она не болеет, она не беспокоит, она вот такая. Да и покушать ей она все. Но всех встретит, все у нее братья, все хорошие. Да. Заходите все. Порода такая, наверное, добродушная. Да. Ну, я любят. Бабушки приходят, когда соседи. Они уже все. Люба, ну дай Люсеньку нам. Господи, возьмите, смотрите. Вчера Баську чуть ли собака не съела. Да ты что? Это кот? Угу. А, его нету. Он выходил. Мы повезли мусор на тележке. Обратно идем, и там Бася выскакивает, она смотрит. Я говорю, Бася, ты что тут? Пошли домой. И по мосту идем. Я поворачиваюсь, Бася вальяжно идет, а собака уже... Ну, сантиметров 50, и пасть открыта. Я как закричала. Фу, она отскочила в сторону и Бася. А Бася так повернулся еще, посмотрел и пошел. Я говорю, дурак ты или нет? Ну, этих же съели. А может, он ждал на 20 сантиметров потом лезвие сделать ему. Подпускал поближе. Подпускал поближе. Пол хвоста уже нету. А он кончился. Это полпоста косточка такая была. Но отпала. Андрюха говорит, надо взять топор, Люба подержит, а я рублю. Нет, наоборот, он сказал. Я говорю, а кто рубить-то будет? Он говорит, так ты. Я говорю, я. А мы оба не можем. Мы кроликов держали, мы их есть не могли. Он сам отпал. Сам отпал. Как это? Отпал недавно, да. Недавно. Так вот я помню, муха судака или кого-то схватил, и ему попало это. Загнил палец. Да. Загниет, да еще и как. И он ходил с гнилым пальцем, и палец у него зажил, отлетел по косточку, отгнил. Сам? Да. Вот у него пальца, полпальца. У кого? Нет. У Мухина. Так он дурак, что ли? А так надо было вылечить. Не, у него отгнил, он ее отпал по суставу. Не заражение, я удивился. Он ходил, пил гнилым пальцем. А, так пил, потому что да. Поэтому ему, говорят, он и не обращал внимания. Я думаю, это какой ненормальный. А потом он снял... Будет наблюдать, как... Повязка там, он снял уже, говорят, что у него косточка из-за рук цепалась от этой ткани. Я думаю, блин... Чудеса. А у нас Бася Оксанку укусил. Да? Я не увидела, я была тут. Кот лежал тут, они с ним чего-то там делали. Но вернее всего, Баська не кусается и не царапается, если ему больно. Видимо, что-то они сотворили. Вдруг дикий крик, я подскочила, а я в холодильник полезла. Но он не прокусил, а так 4 точки. Я говорю, не ной, не ной, сама к коту полезла. А мама звонит, говорит, мама, меня кот. Я говорю, ничего тебе кот не сделал. О, фу. А потом опять полезли к коту. Ой, спасибо, Люба, да теперь можно перекурить. О. Так что мы две машины дров. Я хочу сказать, большой. Там такие поленья. А у нас печка так. Еще сюда вообще, вот, топка. Вот топка. А почему такая длинная топка? А это они не делали. Это вот он еще делал. Так а почему это все-таки? Это для больших, ну, как дров? Мне кажется, какой-то... здесь вообще вот, если судить, как у Гали, здесь лежанка была раньше. А-а-а. Типа лежанки. У них кухня была там. Ага. А мы когда сюда въехали, я говорю, я кухню там не хочу, пусть один. А, и здесь еще ответная часть такая. Да, ее протопить, это зимой там, она хорошо тепло дает, но
Туда надо очень много, чтобы она вот через час-полтора, она начинает только после того, как закончил топку, выдавать тепло, и будет тепло. А долго будет держать? Долго. Мы один раз в день зимой, даже в сильные морозы. Ага. И у нас в основном от 25 до... Ну, вообще начинается 27. И вот 27-25 дома. Ну, это жарко. Да, мы любим тепло. Сказать. У нас Тёма приезжает. Мама, не топите нам! Я говорю, иди к лесу, мы... А, она здесь ни разу она не была. Она в этом году хотела, так этот коронавирус. Да, да, да. Деревня. Деревня, мы всегда виделись. А так мы по телефону. А-а-а. Она на днях недавно звонила. Звонила, да? Ага. А, это был, наверное, понедельник. Андрей выходной был какой-то. Угу. Долго. И часто с ней разговаривать. Ну да. Так вы это по скайпу получается? Да. А, по скайпу. То есть вы внешне видите, что? Да. Мы иногда видимся, а иногда напишем друг другу. А-а-а. Сегодня только по телефону. Изменилась она внешне, как вы считаете, с тех пор, как вы... Где хлеб-то? Я чуть не вижу. Привал. А, на прилавке лежит. Да. Как он стал? А, какие булки-то? Я спрошу, что видно здесь. Не, папки не надо. Давайте соленые. Прямо с плантации. Вон, 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 вон. Все время сложно. А булочки с повидлом есть? Ничего нету. Тогда давайте с домной булочкой. Ну какая класс? Потом в бактерии. Да, какой? Ну хорошо. Ну, а давай. Конечно. Хватит одного. Да. Да хватит, конечно. Все.
Блин. Сейчас. Здесь, что ли? Да. А вон этот самый. По 5 ведер уже есть, нормально? Да. Там еще это мне сигареты. Ну и там супер, конечно, еще и завтра пойдем. Завтра с утра заберем сразу, чтобы не взял. Она сняла ценник, чтобы не взял. О, стоп, назад. Блин, забыли. Чего? Ай, воды забыли в роднике набрать, Толя. Ничего, то ли она не упала? Нет. Дерево посадить надо. Так вот я посадил. О, смотри. Свежая картошка надо будет купить, Толя. Домой, а? Как ты думаешь? Ну. Здесь что, самое. Остановка, что ли? Автобус, что ли, уходил? Да. А это вот, где, смотри, какой дом строит. Да. Который сильно пьет, который. Лишь каркасники эти. Да? Здесь что, не разгоняться? Не-не-не-не. Так, это дом, а мы едем туда дальше к магазину, потому что я пойду в Толе ключ возьму от дома. Куда, вот здесь встать, да? Да-да-да-да, аккуратненько, чтобы не поясить там было. О, сюда, да? Да. Я сейчас пойду. Юрка здесь, посмотрим, что Юрки нет. Ну, открыт магазин, что ли? А, наверное, куда-то пошел. Ну, вот, я машину поставил, а сам домой поставил. Это Толин дом какой? Вот этот? Да. А это чья машина? Я не знаю, чья там не сидит, Иван Сергей. Так, а у Толика телефон-то его есть? Вернее, у тебя его. Вот он, закроем. Чтобы нас никто не закрыл. Вот, собака. Там собачка. Ну как она? Потихоньку, да? А мы тоже приехали, это самое, да, немножко погреться там, в спальных мешках. Поехали, пока не темно, так осторожно.
замочек работает или нет? Нет. Нет? Это на двери. Сейчас я пал. А теперь на Толя. Я так поднимаю. Так. Вот так. Оттянуть на с... а ты, от а себя, ты да? Чуть выше еще. Так, так а куда его ее от себя? Здесь тебя за. О, все. Здесь это ломик. Это надо ломик замерзнем тоже? Нет. А? То, что надо, по-моему, да? Да. Не холодно же? Нет. Так, там выключено все у меня. Нигде ничего. Проводка, видишь, наружная. Нигде не подпалена. Крышу крыть, Толя, сюда-туда. Мы себя переоформим на себя с землей. 40 соток земли. 40 и... соток здесь, да? Да. Интересно. А домик бы нигде не будет. Он как мужик поставил, он, смотри какой. Угу. Вот, видишь? Да, сейчас я посмотрю. Щитовой или какой. Янтяна, как поставили тогда, Толя, так и стоит. Да? А этот самый, как его? Навигатор я с этим там оставил? Или брал сюда? Похоже, картофель белый с хорошим везде. Проверяйте, с какой фермы картофель в вашей пачке и выиграл. Ламода, что твоя вещь говорит тебе? Я идеал. До идеала еще 10 километров. Вот она сила. Слабости есть сила. Оля. А теперь на заслон. Сейчас. А, теперь это надо, тоже, да? Забрать, это не дай бог, ты заберет еще, да? Чего, да? А что там написано-то? Мясо хоть? Натуральное. Консервы, мясо растительное, стерилизованные. Угу. 100% натуральные кусочки мяса. А точно плохо не будет тебе? Да ты что, Толя, а тебе что, будет плохо? Что тебе будет плохо? Смотри. Во. Ой, блин, там кусочков мяса этого. Так надо из консервы добавить теперь еще. А я тебе скажу, что лучше вообще с консервы, блин.
один кусочек, как филейка. Это не то. Но, а вот это же Шикмадер. Это оригинальная Белоруссия. Смотри, Толя, а? Как мясо, да? Да. А вся редтушенку берут по 80 рублей. Какая 80 рублей, блин? Так белорусы неплохо живут, получается. А чего они бастуют тогда? Не знаю, кто-то их там... Баламутит. Баламутит. Наверное, им мяса не хватает там, в консервах. Мы с тобой не баламутим. Ну, а мы не бастуем мы даже. Мы поближе к природе и все, и лишь бы нас не трогали. Ни хрена себе, Толя. Это что, одно мясо, блин? Ты не хочешь разогреть? Не-не-не, до утра пока это... Воздержусь. Не, надо это пюре оставлять, а то, что которое дают, его надо выбрасывать. Выбрасывать? Да. А как сейчас быть тогда? А там маленький кусочек. Это еще повезло, скажи, что маленький. Самое главное, что здесь, в эти все травки и пюре с травками. Ага.
Нет. Оля, вот и представь, раньше жизнь, встают пять... Будка под мотором. Одни остались эти. А их светочками, как и что? Ты такую в городе не купишь и не найдешь. Она там кусты вообще увешана под низом. А ее выдавливаешь сок и сахар. Не дай бог заболел, температуру любую убирает. Когда грипп от этого. Самый большой витамин С. Для сосудов хорошо.
хочешь музыку? А, ну вот я, блин, то, что я мечтал. Вот они на берегу там начал. Давайте мне не будет так положить. Ягоды, блядь, Ваня вчера подъем. Какой? Больше нет. Ты сказал, есть. Что, ягоды? Ну. Ягоды полома. А, у тебя есть же ягоды? В лесу-то полома. Ну ёпта, в лесу, блядь. Не, я буду ждать. Я приехал, я же это. Вон, трещины, два ребра, блин, упал. На телегу подскользнулся, блин, вот так вез и уперся на остановке. А потом что-то поворачивался. Она как покатилась, а я держался за нее. И, блин, на руку, блин, слава богу. И боком. Там полно, блин, можно набирать. Да? Не физически не утащить, я максимум три ведра могу только. Нормально. Тащить нахуй. Потому что там, блядь, через эти деревья ебаные идешь, да, блядь. Да? Этим хорошо, они на машинах, да на этих ездят туда, блядь. А далеко? Да вот куда мы ходили. Только не туда. Ну я серебро с тремя ребрами поломанными там не донесу уже. А грибы есть там? Красноголовиков, по-моему. Вот так, блин. Я о белых. А белых не видно. Ну я тогда вот белые собирал. Видела. Такие, наверное, такой же чернильные. Ну я тогда килограмма два брал, только белые, а такие его. Остальные, я же лисички. Я лисичек напорол такой пакет, блин. И нахрен, блин. Сейчас хожу. Ну все, мы тебя будем ждать, блин, здесь до Нового года. Так что ты, блин, кончай, не здесь, куролесий. Здесь он, блин, на ровном месте падает, блин. Это один дед пришел, спиной намахнулся. Это самый, боком. Лет 70. Ну, говорит, нормально, в трансагентстве работал, не, блин, тоже. Говорю, что? Говорит, не знаю, блин. Намахнулся боком, блин. Болело, сейчас меньше, а теперь, говорит, кашляет. И отхаркивается кровь. Я говорю, блин, у меня не отхаркивается. Наверное, но... легкие пробил. Наверное. Я думаю, ёб твою мать. Степу же в больницу увезли. Да, я слышал, блин. А за что? Сыновья постарались. Такая должна быть причина какая-то? Не знаю, но он еще у Вани там, блядь, на веранде ёбнулся. Головой, блядь, сознание потерял. Ой, блядь. Ваня пока до горячки набегал, блядь, тот уже очухался, встал, нахуй. Ой, блядь. Целая лужа крови вот так, блядь. Пушку себе разбил, нахуй. Кто-то говорит, с 18 июля пил. Мы встречали, он, блин, не здесь... Не с 18-го, он сколько, недели две, наверное. Начал. Вот. Ну вот когда мы были, он не пил же? Нет. Ну, а кто-то говорил, мне какой. Мы его встретили, он трезвый, с внуком на этом... Как его, на квадроцикле, не, блин. Не, вот недавно он забухал. Блин, как, грибы неделю сушил. Сюда-туда, ягоды, все, блин. Вот тебе, блин, и пьянка. Видишь, чему она приводит? Так что ты не ходи, а вот так его. Там далеко не упадешь, блин. Блин, засмеялся и похрускивает здесь, блин. У меня были сломаны, третий раз сломал. На прием ходил? Должен, вчера мы уехали. А что прием? Пилюлю скатывай. Ребра они не, как один говорил. Блин, опять пуля попала в то же ребро, блин. Придется его вырезать. Ну, блин, это болит и не знаю, вот здесь как грудная клетка типа разошлась. Хрен его знает, что там, не буду смотреть. Ну так, получше, блин. Сашку Галюшкина, знаешь? Ну. Вот этого. Он тогда с этой в Кондопове, там, не знаю, знаешь, где кинотеатр «Октябрь», короче, по им лестницам шел, короче, упал, блядь. Ну. И сломал себе ребра, блядь. Вот он там загибался, нахуй. Что же, нахуй. Так, а ты представь, тележка покатилась, я упала, а вот она вот так, я ж, блин, боком-то намахнулся рядом с ней. Такая боль тупая, и трамвай остановился, я взял трамвай, приехал, думаю, блин,
Кажется, оно, ну, как шоковое. А потом, блин, лег полежать. Кажется, уснул. Просыпаюсь. Ё, не встать. Сюда-туда. День терпел. Ничего. Понедельник пошел, светили. Говорит, два точно. Я думаю, блин, лишь бы это, как его. Там же колеса и все. Оно, блин, перепутало все. Я думаю, не дай бог от этого, как его, внутренности какие-нибудь. У меня это самый один упал, блин, и это, но он принимал какую-то херню, разжижение крови, аппарат поставили. И у него лопнул сосуд или что-то, и кровь натекла. Ему это самое начали чистить, занесли инфекции и все. 61 год. Блин, миллионер, тачки, дачи, виллы, все. Ну, любил самогончик. Ну, и любил отжиматься на одной руке. Ну, и начал там с кем-то карулесить на даче, блин, сюда-сюда. Ну, и споткнулся, и упал животом, блин, это самое. На гвоздик? Не знаю, лопнуло внутри. А у него хрупкие сосуды, потому что разжижает кровь, и хрупкие сосуды. Курить бросил, все, блин, как огурец. А в следующем доме, как у нас жил. Такой невысокого роста, блин. Блин, в Венгрии работал, драгметаллы принимал, блин, бабла, блин. Еще и на работу пошел, пенсия нормальная. Еще на 40 лет, сутки через трое, строился в школу, там школа большая, много платят. Жена уборщица 45. Каждый год по три раза ездили, то на Канары, то в Гуа, сюда, туда. Ты туда-то не приехал? Ха-ха, она там убирала, кондиционер был, и это самое, насморк напал. А, чистила 5 часов, наверное, насморк напал. Простыл. Я думаю, блин, ну куда? Это самое, хотели неделю назад, вот в среду поехать, а куда, блин, если просветили, я думаю, куда, не встать, не это. А сейчас вот расходился, он ягоды, блин, руку сюда, сюда, блин. Конечно, блин. Ты ягоды маханула, наверное, или не пошла? Нет, вчера мы собирались с ним, да, не пошли, нахуй, кого, блин? Чтоб он там спал на этих ягодах. Да ну, с Ванькой ему хочешь? Да. Да ну, притом туда идти сколько? Километра 2-3? Ну, до перекрестка. До перекрестка. А может прогуляем, что ли? Не хочешь поснимать сюда? А здесь как раз не шумно. Здесь раньше лазили, малину собирали. Где?
вкусная, Толя. Сочная какая, да? Толя. Натуральный белый. Ну ни хрена себе. Их много, под березой, и белое это место. Как оно тянется, зараза. Ой, блин. Ну не так, чтобы так было усыпано, да? Ой, блядь, болит уже. Намёк. Надену что-то. Нет, комбайн нет. Озеро тянется от старой мужи. Оно, знаешь? Раньше набирали здесь воду прямо родник на горе, потому что там внизу родник, знаешь? Thank you.
Не медведь их гонит оттуда, Толя? Медведь гоняет же их. Ну, на дом залезем сейчас. Хер он с ними сразу. Это медведь или волки где-то, слышь? Быстро они побежали. Сейчас, кто здесь медведь гоняет? Ручно. Отдыхать, Толя. Аж фон какой-то идет пустой, да, от дома? То, что мы когда едем, говорят, самая лучшая вода с того родника. А это тоже родник, да? Да. Но мы здесь все время. Они глубокие, как мы. Да. Давление меняется, то так, то так. Больше было. Детей все разъехались. Вы... Так, они куда-то. Ой, блин, там грибом с ума сойти. Я брал только белый и красный. А эту, не, мы пошли туда. Здрасте. Озеро были там. Ясно. Вот смотри, беленькие там. Ага. Вон белые там. Вот, варища. Вот, не знаю, что делать. Я варить это, водиться. Его брат влудили. Из пакетов белых еле вышли. Начали спорить, куда идти. Это когда бабка, помнишь, на неделю какая-то заблудилась? Ага, ага. Я говорю, ты сейчас будешь спорить. Сейчас будет две недели искать. Потом подъедет. Да. Ой, спина ноги все устала. Да. Поехала, думаю, нас есть где-то накормить. Сегодня или завтра? Сегодня, сегодня. Завтра я вам в лес. Понял, понял. Давай я тебе брякну, ладно? Да, 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 да.
Сказки сказать, не пером описать. Да ну, он вообще... Дома тепло, то ли охренеть. И меня там перезагорало.
Они вроде запрещены. И машины ставят. Это такое его милитистка. Сюда. Да. Это следит она за всем, да? Вот она сейчас за тобой отслеживает тебя. И подарок требует, да? Да. Сегодня легче, Туля. Вот смотри, тяжесть какую-то в одной руке несешь, а все равно влияет, да? Да. Здесь под осиновиком море, блин. Все, говорит, мне вот сколько не отъедешь, что ли? Налево, направо. Thank you.
Они вроде запрещены. Мопеды ставят. А такой его мини-писка тебе придут. Да. Это следит она за всем, да? Вот она сейчас за тобой отслеживает тебя. И подарок требует, да? Да. Как бы не легче, Туля. Посмотри, тяжесть какую-то в одной руке несёшь, а всё равно здесь под осиновиком море, блин. Все грибные, вот сколько они отъедешь, что ли? Налево-направо.
поехали в город. А, сдавать я тогда, блин, точно. Вовремя мы все, да? Здрасте, Где ты? Видишь, ты, собака. Ой. Собака, ах ты. Вы разделили, да? По два мешочка, да? Все, большое спасибо вам, дай Бог здоровья. Копайте картошку потом, я хотел молоко взять. А молоко не знаю. Ну, себе можешь брать. А меня банка там оставила. Банку оставил. Дома? Да. Отвези.